Приветики, я сейчас дома одна, время на часах у нас 8 утра. Вот, я к вам предстану в таком амплуа, масочка, вот я вам ее уже показывала. Это Bubble Mask от Skin Light. Очень хорошие масочки, я люблю. Вот она должна вот так, пенкой такой. Я вот и нанесла, она уже шипит, приятный очень запах у нее. Вот, так что присмотритесь, ее можно, так она стоит, ну, относительно дороговато для одной тканевой масочки, но можно ее всегда купить по, то есть, 50% скидке. Но у нас в основном Магнит Косметик, у нас больше никаких магазинов таких нету. Вот, ну, Рубльбум. Такая она с древесным углем, я вам уже показывала, у меня их три штучки, они все с древесным углем. Вот, дети сейчас, школа, сад. Вот, я дома, скоро в отпуск уйду. Вот, так что я надеюсь, что получится почаще снимать. Вот спустя сколько у нас? 10 минут прошло. Ну, тут я нечаянно уже стерла. В принципе, пальцы-то у меня проваливаются. Такая пеночка, она прям щелкает. Вот. Такой пушистый медвежонок. Давайте я вам покажу во влоге свои ароматы, которые у меня закончились. То есть и выкину их уже, потому что же относительно уже пустых баночек сколько накопилось. Вот это я, наверное, фрагмент ставлю в влоге. И у меня тут вот на заднем плане я вам параллельно пустые банки снимала. Вот, значит, первый аромат у меня это от Oriflame. Значит, Амбре Эликсир Кристалл. Очень запах такой приятный. Я такие запахи люблю, такой свежий, прям вот свежий и чуть-чуть прям со сладиночкой. Такой, но сладиночка такая приятная. Ну вот, в объеме он был, по-моему, 50 миллилитров. Вот, относительно долго он у меня послужил. Но мне очень нравится, если когда-нибудь буду заказывать, закажу, потому что Oriflame как бы относительно не бюджетная косметика. Вот. Потом любимые мои духи от Faberlic. Значит, это у меня уже Bon Couture. Не первый у меня уже флакончик. У меня это, наверное, третий флакончик. Вот, тоже закончился. Один я даже, помню, сестре дарил. Ей понравился. Вот. Тоже запах такой, знаете, цветочно-фруктовый. Тоже я такие люблю запахи. Вот, тоже, ну тут объем, я не знаю, тут что-то написано. Тут, наверное, 30 миллилитров, скорее всего. Вот. Потом еще от Oriflame у меня вот такой вот. Сейчас я что-то вообще не хочет мне. Тут все стерлось. Это у меня вот Элви. Есть такие светло-салатовые духи, а это вот, как сказать, другой аромат от Элви. Ну, тоже такой свеженький. Вот, вот у меня их тут осталось чуть-чуть, но мне они уже поднадоели. Это у меня там кошка с маской бегает. Перемехлопает. Вот. Потом из таких уже духов от Betty Barclay Thunder Blossom. Тоже такой цветочный нежный аромат. Покупала его в Магнит Косметики тоже где-то, может, года полтора назад. То есть как бы в объеме идет 30 миллилитров этот идет. Туалетная водичка. Нет, 50 миллилитров. Вот. Потому что там, значит, скорее всего, еще больше есть пузыречек. Вот, я брала 50 миллилитров. Значит, от Avon у меня тоже давно. Одно время тоже полно таких у меня. Вот мне от Avon с пионом такие нравились. Это вот у меня идет он с бергамотом. Или с лимонграссом, как он, правильно не помню. Но вот этот уже точно не 50, да, 30 миллилитров. Он такой маленький относительно. Но у меня вот из этой серии, по-моему, все ароматы были тоже хорошие, такие свежие. Но я в основном такой свежий все на лето беру, как бы пользуюсь. А этот вот я вам показывала во влоге у меня.
от Bruno Banani, значит. Это вот в объемчике 30 миллилитров, а у меня сейчас 40, 20 даже миллилитров, а у меня сейчас в объеме 40 миллилитров. Это я покупала у нас в магазине. Тогда была акция, получается, на Bruno Banani. Это я не в Магнит Косметики брала, а брала. У нас там в Рубльбум тоже такая всякая парфюмерия, туалетная вода есть. И получается, я себе взяла их, а мужу взяла там 50%. То есть две туалетные воды мне что-то обошлись вообще, ну, то есть недорого очень. Вот, вот эти все ароматы у меня закончились. Вот, так что спасибо, что посмотрели этот влог. Я думаю, он такой же получился относительно длинненький, насыщенный. Вот, и увидимся в следующем влоге. Всем приветики. У меня сейчас в планах, вот я умылась, значит, пенка для умывания вот такая вот. Да что она? Вот она. Это цветы бабушки Агафи, воздушная морожковая, пенка для умывания, витаминное очищение, сияние кожи, значит. И потом я нанесла масочку. Это я вам уже ее показывала. Она у меня вообще кожу поглощает. Тут у меня сейчас высыпание. Мне прям она очень помогает, спасает от планеты органика, значит, в поисках рецептов красоты. Вот. В планах у меня сегодня еще доехать до роддома, забрать больничный, потому что я в понедельник выйду на работу, но уже на неделю, потом я ухожу в отпуск, уже все с последующим в декрет. Вот мы сейчас вот такие вот. Вот. Потом мы поедем в деревню. Я хочу сейчас чаек попить. Кушать я не хочу. Время сейчас у нас где-то, наверное, без 15:02, около двух. Вот. Я буду пить вот такой зеленый чай с мелиссой. Говорят, вот в беременном полезно с мелиссой пить. Вот, там что-то с давлением связано. И вот такая вот шоколадочка. Зебра с изюмом, карамель. Честно, изюм я не люблю. Но на данный момент я в положении. Я как бы стараюсь, то что изюм он полезен сухой. Это сушеный виноград. И я понимаю, что это сушеный виноград. Но свежий виноград я люблю больше. Вот такая вот у меня кружечка из фикс прайса. Большая такая. С панкейками. Так что всем приятного чая пить. Те, кто сейчас будет пить.
вечерний нижнятинка у нас сюда. Гуси как бы. Гуси любят Васю, да. Мяу-мяу. Да.